С кого? С Марка-то? Трудотерапия. Нет, ну дед, он, блин, вот еще немного и все. Марк-то вообще-то отдохнуть приехал к нам. А он, смотри, что... А нет, не тут-то было. Марк думал, что он отдохнуть приехал. Сейчас как раз мель выходит. Да главное, смотри, как стоит, еще руки сложил. Вот. Фельдфебель почти. Да какой мне? Главное, чтобы косуми. А, кстати, здесь, скорее всего, еще и корыстные цели преследуются. А, чем больше сейчас скосит Марк, тем потом ему меньше делать. Смотри, а теперь вот эти вот вульгарные гребни, которые торчат, тоже пройди. А вот еще. Это ж какая воля у человека должна быть, что Марик ему как вот просто подчиняется. Это ж вообще это. Гребни, они не просто гребни, они вульгарные гребни. Ага. Бедный Марк, а. Марк, приби наши соболезнования, соболезнования. И ведь обрати внимание, да, слово-то Леонид Хабиб не выдумал. Да. Вульгарные гребни, блин. Да, ну ладно, там криво, косо, блин. Это же вот, вот, что у человека в душе, вот тот он прям и говорит. Вот вульгарные. Хорошо, хоть там еще хуже не сказал. А Марк-то от него убегает, убегает подальше. Сейчас ты торопников туда.